Здравствуйте, меня зовут Михаил Баратов. Вы смотрите «Школу турника» на сайте журнала Men's Health. Сегодня мой второй урок, и мы начинаем изучать простейший технический элемент. Это будет элемент под названием стульчик. Стульчик легче всего учить с партнером, и сегодня я буду помогать в этом Евгению. Стульчик назад выполняется за счет того, что вы делаете большой отмах в седе, быстро подвинув колени к грифу, и потом складываетесь к концу оборота. Естественно, первой ошибкой будут неправильные махи на стульчике. Ошибку с неправильным или недостаточным отмахом легко исправить с партнером, который будет вас выталкивать за грудь и фактически докручивать до полного оборота. Поскольку элемент выполняется вися на подколениях, то второй ошибкой будет как раз то, что человек не удерживает ногами гриф. Это является следствием того, что вы либо сгибаете руки, либо просто недостаточно сильно сжимаете ногами. Эту ошибку также легко исправить с партнером, который будет придерживать ваши ноги согнутыми и выкручивать нос на полный оборот, если это еще необходимо. Помощь партнера вам необходима лишь для того, чтобы убить страх и привыкнуть к самому обороту. В дальнейшем вы, естественно, сможете и будете выполнять оборот и без помощи партнера. Поскольку элемент технический, то он требует не единичного выполнения, а выполнения сериями. После изучения стульчика назад вы можете прийти к изучению стульчика вперед. Только суть в нем будет несколько обратно. Вы сначала сильно складываетесь, делаете мощный мах внизу и, захлёстывая колени, выходите в начальное положение. Ошибки на стульчике вперед приблизительно такие же, как и на стульчике назад, и, как правило, они даже совпадают. Во-первых, в силу того, что стульчик вперед выполнять неудобно, и заход на него достаточно специфический. При стульчике вперед также следует воспользоваться помощью партнера, который будет подкручивать вас за колени и толкать вас за спину на сам оборот. Таким образом, вам следует сильно подвинуться в согнутом положении к своим подколеням, как бы откинуться вперед без маха, а уже снизу совершить резкий рывок корпусом, как будто вы качаете пресс. И если вы при этом разогнете и согнете ноги, вас резко должно выкинуть на гриф. Понимая правильную технику и воспользовавшись помощью партнера, вы, думаю, довольно быстро научитесь выполнять этот элемент и самостоятельно. Сегодня Евгений научился выполнять стульчик благодаря правильной методике изучения. Если вы обратили внимание, по мере ролика на нем появлялась своеобразная защита, потому что новички неподготовленно очень сильно натирают подколенья, и у них на руках срываются мозоли, для чего можно использовать бинты, длинные штаны и на руках, соответственно, варежки, пластыри и бинтовки. Желаю вам удачи, ну и, конечно же, пробуйте, тренируйтесь, качайтесь и, конечно же, смотрите «Школу турника» на сайте журнала Men's Health.